воспитание у детей культуры безопасности, жизнедеятельности – непрерывный, систематический, последовательный процесс, который надо начинать в раннем возрасте. Именно поэтому в детской городской поликлинике номер 3 сегодня открыли уголок безопасности для маленьких пациентов. Совместить образовательный процесс с развлечением, вовлечь, заинтересовать ребенка – те самые главные задачи, которые призван решить новый уголок безопасности. На сегодняшний день это данная работа профилактическая, она проводится во всех учреждениях здравоохранения. У нас на сегодняшний день имеется 2 модельных центра в городе Бресте, имеется имиджевая комната Брестско-Детской областной больницы, где посвящено большое количество занятий в течение года, созданы планы для работы с родителями и с детьми по профилактике травматизма. Согласно статистическим данным, мы можем оценить проделанную нашу работу. За этот год, по сравнению с прошлым годом, у нас количество травм уменьшилось на 35%. Я считаю, что это согласно совместной проделанной работе. Это не только учреждение здравоохранения, но это и совместно с сотрудниками МЧС, сотрудниками жилищно-коммунальной службы. Наполнение уголка направлено на профилактику пожаров по причине детской шалости с огнем и на обучение детей правилам безопасного поведения. Теперь маленькие посетители вместе с родителями, укрепляя здоровье, могут с пользой провести время и научиться правилам безопасности. Обрезки и спасатели будут постоянно пополнять уголок новыми интересными познавательными подарками по безопасности от МЧС. Министерство по чрезвычайным ситуациям постоянно проводит профилактическую работу и ищет всегда в поиске новых идей. И создание имиджевой комнаты МЧС на базе 3-й городской больницы – это уже давнее наше желание. И главное то, что администрация больницы, и большое им спасибо за это, поддержала нашу идею. И вот это сегодня вы видите совместный проект, который мы сегодня реализовали. Потому что профилактика детского травматизма, предупреждение гибели детей на пожарах – это очень важная и значимая работа, которую мы совместно проводим. В области уже существует 14 объектов аналогичных. В учреждениях здравоохранения это третья имиджевая комната, которую мы совместно создали. Также планируем в дальнейшем, уже ведется работа по созданию на базе детской Пинской городской больницы, и в дальнейшем это будет еще Барановичи. То есть это ближайшая перспектива, на которой мы работаем. Примечательно, что уголок оборудован всем необходимым для интересного и безопасного взросления. Это и инфографика, емкая и кратко рассказывающая о самом главном, и шкаф с полезными книжками и буклетами от МЧС, стилизованный под пожарный автомобиль, а также антураж, который создает атмосферу безопасности. Мы сейчас спускались в лифте и как раз увидели сотрудника МЧС, он говорит, мы открыли уголок безопасности. Это нам очень понравилось, мы сразу же поднялись. Вот, и я думаю, что такая комната очень нужна, потому что действительно разгрузить ребенка, когда сидишь час в очереди, и если у ребенка небольшая температура где-то, он боится, капризничает. Конечно, это очень большой плюс с такой комнаты, и мы рады, что она у нас появилась. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Мантович, новости Бреста.